кончена. Император Тетмит II мертв, а темное братство живо. Но наша работа только начинается. Подойди ко мне, слышащий, и услышь мои слова. Еще одно дитя взывает к матери. Поговори с отчаянным игроком в казармах Виндхельма. Прими от него золото, затем уничтожь цель. Так ты выполнишь договор, подписанный кровью. Эти земли какие-то извращенные. Странно, что мой отец не захотел жить здесь.
точно! Был какой-то звук. И все? Все, что ты... Ух ты, впечатляет. Я рада, что ты со мной. Кто там? Кто там? Хорошо, что я доверяю своему слугу. Будешь знать.
Меня всегда учили избегать таких развалин. Кажется, теперь я понимаю, почему. Кто там? А ты еще откуда? Вернись!
Что это было? Кто-нибудь есть? Я не любительница солнечных ванн, но даже они лучше, чем это.
зачем мы теряем время и расходуем ритм? Стражники про тебя разные вещи говорят. Что именно ты? Ну, в общем, говорят, темное братство. Ладно, неважно. Господин. Весь город благодарен тебе за поимку этого убийцы. Молодец. Так ты из темного братства? Нужно убить великана-батрака на ферме Катлы. Вот золото за убийство. Пусть он помучается. Если кто спросит, мы никогда не встречались. В чем драконы? Имперцы думают, будто нам дались их законы. Нужно держать строго. Проклятые драконы могут броситься на нас в любой момент. Напомни мне, зачем мы теряем время и Имперцы. У меня работы полно, если тебя, конечно, золотишко интересует. Убежище в Данстаре? Это там вы теперь окопались. Знаешь что? Это будет дорого, очень дорого. Но я могу тебе помочь. О чем конкретно мы сейчас говорим? Флаги, да? Хочешь тут все украсить? Ладно, как скажешь. Конечно же. Ого, вот это темное братство, которое я знаю и люблю. Это для дела или для развлечения? Да ладно, какая разница, верно? Я обо всем позабочусь. Конечно же. Полезно, да? Алхимическая лаборатория, может, небольшой садик с растениями? Хорошо, сделаем. Я занимаюсь рыбалкой, цифрами и чёсом. Там свой подход требуется. Скажи, что тебе нужно, и мои люди все найдут. Ага, это можно устроить. Думаю, подойдет канализационная решетка на окраине Данстара. Ведет в тоннель, а оттуда внутрь. Будешь входить и выходить быстро. Конечно же. Королевские палаты хочешь иметь, так ведь? Нет проблем. Поставим здоровую кровать, украсим комнату как надо. Может, даже подбросим каких побрякушек. Ты куда это? Тут работа есть. Боюсь, это все, друг мой. Я сделал, что мог. Надеюсь, там теперь хоть можно жить. Удачи в ваших убийствах. А теперь убирайся. Что, заняться нечем? Только для меня одно дело. Oh.
сварить бульон Ле Манифик? Только не в твоем варианте. Нет, определенно нет. Действительно есть. Три, если быть точным. Первый – Дикус, грабитель затонувших кораблей. Дальше Марандруджа, караванщик. И Анариат, охотник. Он – органианский бездельник. Любит мародерствовать на местах кораблекрушений. Думаю, если испугается, попробует сбежать. Или уплыть, если вода рядом. Этот лесной эльф держит лавочку в городе, а охотится на равнинах около Вайтрана. Убей его там, и никто ничего не увидит. Он опытный волшебник. Найти его будет нелегко. Он путешествует с караванами. Удачи! И береги задницу, чтоб не пришибли. Вообще-то по-прежнему могу продавать тебе зелья или учить алхимии. Здравствуй, слышащий. До встречи, брат. Интересно, что с нами со всеми будет потом, в будущем? Пожалуйста. Чего ты хочешь? Ты что, со мной так нельзя? Я тебе все расскажу. Все. Только остановись, прошу. Зачем вы это делаете?
здесь светло. Не понимаю, как ты это переносишь? И тебе, проводня, друг. Че? Мочь? Чем могу помочь? Ahem.